День добрый. Я к вам с новостями. А новости, как всегда, есть. Вот чего-чего, а этого каждый день вдосыта. Ладно. В общем, дело в том, что заготовки готовы из дамасской стали. Долгожданные заготовки. Это вот такие вот варианты. Вот. То есть это в 16-17 начале годов выпускал. Это очень-очень мне напоминает старинный Шеффилд. Очень. Ну, кому что напоминает, но вот так вот. Подвогнутые бритовки. Хотя из этих вариантов получается все, что угодно. Хоть вогнутую, хоть выгнутую. Дальше. Варианты также из той же дамасской стали. Это повторение. Ну-ка, где мой шаблон-то? Нет, по нему тут не надо. Короче говоря, это Трутвача. Подарок. Гравюра. Они вот все такие. То есть вот буду их повторять. Тоже дамаски. И дамаски. Вот такие вот подвогнутые, потому что клины у меня там такие еще есть, и есть несколько штук как минимум. Это вот, видите, типа английского такого, но будут вогнутые, потому что вогнутые там у меня есть из моностали, из дамасской стали, нифига себе у меня нету. Вот одна узенькая будет такая вот ради интереса, та же моделька, только поуже, а так только все остальные вот так вот, три вида, в общем, три вида. Дальше. Сегодня с ним поработать не успел вообще никак, просто потому что пришло две бритовки на заточку, просидел с ними, потом две от своих, мне сейчас те я уже сдал, две своих перетачивал, это как пробники опять, то есть пробую вот затачиваю опять с нуля и пробую финишировать, например, одну на одном камушки, другую на другом камушке, тестирую на своем фейсе и опять смотрю, что лучше. Мне всегда, то есть, не дает покоя то, что а вдруг есть лучше заточка. То есть заточка все устраивает, все хорошо, все четко бреет, все как надо, но а вдруг есть лучше. Вот это у меня просто уже в ДНК заложено. Как и с бритовками, как и там со всем, всем, что может быть, а вдруг может быть лучше, вдруг возможно лучше. И поэтому я берусь за вот эти вот опять тесты. Завтра у меня будет еще, придут две бритовки, приедут, обе с деком. Одна уже, по-моему, приехала, пришла, мне пришло сообщение, сегодня не попадаю, чтобы забрать. Поэтому пойду завтра забирать, а вторая, в принципе, на подходе, мне кажется, я их, наверное, заберу обе. Одновременно приехали тоже на заточку. И как минимум полдня еще на них уйдет. Ладно, я не жалуюсь. Я не жалуюсь. Но отвлекают, конечно, эти заточки от бритв. Но знаете что, не всегда же вот с ними, да, ковыряться. Давайте вот так вам положу, чтобы как вот наглядный пример, то, что вот ожидается в ближайшее время. Вот так вот. А то доску вы все уже видели много раз. Дальше, что я еще умудрялся сегодня, так как немножко время осталось, совсем немножко. Это я захотел себе ремешок. Помните, может быть, такие ремешки на сайте? Только они там бархатные, а тут я захотел вот такой вот шлифованный. И вот шлифанул. Да, конечно, я для себя любимого вот веревочкой обошелся. Мне хватит. Там также не тронуто, там такой бархат мягонький, прям мягонький-мягонький. Ну-ка я покажу его. Вот он, немножко зерошивается. Можно на нем, кто привык по бархату, а это вот именно, прям хотел сказать, как канаяма. Вот, мягонькая, натуральная, полированная, гладкая кожа. Вот так вот. Да, не идеально, она могла быть лучше. Могла быть и лучше. Но очень неплоха. Потому что я на ней уже, на этом ремешке уже поправил как следует. Второй вариант. Ой, блин, чуть не уронил.
Этот уже более длинный. Это для сайта. Подвешу, посмотрю, может, кому надо, кому не надо. Здесь уже кожаным шнурком сделал. Опять же, конечно, колхозно, согласитесь. Но нет у меня бижутерии, некогда этим заниматься. Мне бы так вот сделать. Тут также бархат. Вот. Ну, это заводское. Тут что-то написано, не знаю, что. Вот. А, метры, метры. Ой, дециметры, они там в дециметрах считают. Вот так вот. Ну ладно, резко все улетает. Вот такие вот варианты еще сделал. Ну, у него длина, сейчас я скажу, какая длина. Прям сразу же ширина. Это рабочих длина 59 сантиметров, ширина 5 миллиметров, ну 6,5 сантиметров. Вот так вот. Что еще у нас новенького, что из новостей? Ну, станочек я вот эту сделал, который вырезает эти вот вещи, все нормально. Теперь можно двигаться, хотя теперь уже без станочка, у меня тут заготовок столько, что работа непочатый край. Ну, что еще? Да, из новостей еще то, что мне в Подмосковье сейчас на данный момент производят ремни, которые закончились коричневые на сайте. Посмотрите, там они где-то в районе 3 с копейками. Вот, их производят. Плюс мне обещали сделать пробник чехол. Очень, чтобы сказали, будет какой-то красивый, такой брутальный. Именно для бритовки посмотрим. Если будет востребован, то такие чехлы можно повторять сколько угодно. Тоже, ну, как бы новость, да? И... Ну, там еще загадывать рано. Ну, тоже по ремням, по кожам, вот таким делам. Посмотрим, выйдет, не выйдет. Решаются ли дела, нет. Вот, а на данный момент я, в принципе, вообще собирался зарубиться в отпуск. Да. Но... Кругом все требует, где-то ремонта, где-то подладки, где-то вложения нужны. И что-то я так смотрю, что у меня отпуск как бы не обломился. Ну, получится отпуск в работе, по хате. Вот, ну, как это назвать отпуском, не знаю, но это будет, примерно, ну, не вот с готов... ну, то есть с изделиями, вернее, буду заниматься, а буду заниматься, вот, примерно, там где-то стены нужно будет подзаливать, там крышу нанимать, чтобы сделали. Вот, растрясло все кругом. Ну, что там, молот долбит. Годы идут, конечно, растряхивает. Не знаю. Хотелось, конечно, чтобы картинка в глазах хотя бы сменилась немножко. Уехать куда-нибудь. Подзабыться дней на 5, там 7, да? Ну, наверное, не судьба. Все решают деньги в этом смысле. А тут они что-то особо решать не хотят. Хотя они меня подваливают, но они сразу же уже находят свое применение опять в работе. Вот как-то так. Ну, что еще нового? У меня тут, в принципе, много нового, но по теме, мне кажется, мало что интересного будет. Поэтому вот в основном, все рассказал. Все показал. Все. До свидания. До новых встреч. Увидимся. Как уж что будет показать.